За весенний призыв ряды российской армии должны пополнить больше 3000 человек из Нижегородской области. Из них в Сарове сотрудники военного комиссариата планируют набрать около 50 человек. На службу молодые люди отправятся на 12 месяцев. При наборе участники по-прежнему соблюдают все антиковидные ограничения – маски, обработка рук, соблюдение дистанции. Из нововведений этого года – обязательная вакцинация для всех призывников. Они должны сделать прививку. Те, кто не сделает прививку по каким-то причинам, будет прививаться во время службы в армии. По законодательству все осталось без изменения. Все то же самое, что и было. Также отсрочки для получения образования по семейному положению. И по категориям годности, кто не годен к военной службе, те будут освобождаться от призыва. Потенциальные новобранцы сдают анализы, проходят медкомиссию. По ее итогам специалисты выявляют категорию годности. В зависимости от состояния здоровья призывная комиссия определяет род войск. Основная масса идет в центральную часть России. Кроме этого мы комплектуем Северный флот и Южный военный округ. Но это район Ростова. Вот. Черноморский флот очень редко комплектуем, но бывает. Всего в России за весенний призыв вооруженные силы отправят более 130 тысяч новобранцев. Он пройдет с 1 апреля до 15 июля. Осенний призыв начнется 1 октября, а закончится 31 декабря. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.